распаковка, блин. Вообще в таком пакете. Да, упаковали, конечно. Жить. В общем, вот так вот просто взяли и завернули. Такая дичь. Блин. С одним светодиодом. Я же вроде бы в гирлянды заказывал. Здесь с одним. Ладно. Будем проверять. Маленький. У нас аккумулятор есть. Чем проверить? Работает. Еще вторую проверим. Одна работает. Вторая работает. Что тут? По сопротивлению. По сопротивлению у нас 7 мегаом. А тут 40, тут 7. Это странно. Поменяем полярность. Здесь у нас 7 мегаом, здесь у нас 0,6 мегаом. Ну короче, что-то странное здесь происходит, тем не менее звук будет идти вовнутрь в салон. В моем автомобиле. Вот такая линза. Вот таких размеров, в принципе. Для сравнения с партнером. Так, 360 видно. Два диода, а не сопротивление. Ну, в принципе, неплохо, так что. В принципе. Светит нормально, пищит громко. В общем, как-то так. Ссылка будет в описании.